Приветствую вас, Камила. Много вы, конечно, написали, не очень удобно разбирать такой объем текста. Вот, я могу сказать вам следующее. Понимаете, штука в том, что ваше волевое поведение, ваша такая вот более мужская, более жесткая позиция, более родительская, более мужественная, и притягивает к вам мужчин, таких вот зависимых, которые с вами будут общаться исключительно только с позиции ребенка. Да, с позиции ведомого. Вот. А, соответственно, мужчины сильнее, мужчины более зрелые вас не привлекают, потому что вы, скорее всего, боитесь с ними сближаться, боитесь слабости, не позволяете себе, например, быть слабой. Вот. Ну или что-то вот в этом, наверное, роде. Хотя я не буду, безусловно, утверждать наверняка, но вот, как правило, это происходит так. Вот. Что касается мужчины, то нет, я, честно говоря, не думаю, что он вас прям-таки обманывает. Я думаю, что все, что вы перечислили, все, что он делает, это просто такой у человека характер, вот такой вот он человек. Вот, и вы выбрали его из-за того, что он восхищенно на вас смотрит, из-за того, что он такой более эмоциональный, более чувствительный, но при этом, опять же, у этого есть обратная сторона, которую вы, судя по всему, принять не готовы. Вот, и это нормально. Как мне видится из вашего текста, да, что в целом молодой человек достаточно незрел, вот. Ну и вы, к сожалению, тоже личностно незрелы, да, вы, безусловно, вы очень успешны, безусловно, вы весьма целеустремленны, но ваша целеустремленность, ваша жесткость, ваша рационализированность тотально всего и вся, к сожалению, играет вам не на пользу, потому что притягивает как раз таки таких вот мужчин слабых, а более сильный мужчина, он, по вашему мнению, например, по вашему мнению, может вас подавлять. Вот, и я более чем уверен, что этого подавления вы боитесь, я более чем уверен, что вы опасаетесь того факта, что вот вас, мужчина, например, может подавить или что-то еще, вы опасаетесь, что важно быть слабой. Вот в этом, наверное, заключается такая вот прямо глобальная, я бы сказал, проблема, глобальная проблематика. Вот. И, соответственно, в этом направлении в первую очередь, наверное, и нужно работать, чтобы вы учились быть слабой, чтобы вы учились проявлять свои чувства, может быть, чтобы вы учились просить, чтобы вы не подавляли, может быть, мужчину, да, естественно, не специально, да, вот, никто не говорит, что вы, там, человека специально подавляете, или что это вот ваша
цель его подавить нет. Просто я говорю вот именно конкретно о том, что ваше поведение, оно, ну, грубо говоря, само за себя говорит, да, оно как бы само за себя, ну, кричит о том, что вот вы такая вот достаточно сильная, волевая, вы сама об этом пишете, девушка, и это, в общем и целом, скорее негатив, негатив для вас. А мужчина просто, мужчина-подстат. Вот, и вы боитесь, опять же, вот, собственно, отношений, да. То есть вы ко всему, ну, к отношениям вы относитесь явно преувеличенно. И ваша скука по нему и по тому, что вам, очевидно, давала и дает общение с ним, вот, тому яркий пример. То есть, с этим в какой-то степени продукт вашего внутреннего конфликта, непринятия своей ну, эмоциональной сферы. Вот, непринятие своих слабостей, непринятие в себе женственности, возможно, потому что мне кажется, что ну, вы очень активны, да, это хорошо, но человек всегда активно не бывает, а какие-то вещи вы себе подавляли, да, какие-то вещи вы себе, так сказать, железной рукой вот направляли, да, и это... Это, ну, не есть хорошо, вот, для вас, вот, поэтому, вот, в этом направлении вам нужно работать, чтобы как раз таки, значит, ну, помочь себе, чтобы разбираться в себе, вот, и так далее. Это важно. Что касается, что касается отношений, то есть вот, нужен ли он вам и так далее, того, что вы его там скрываете, да, и того, что вы как-то вот относитесь не совсем откровенно к этому, то здесь, конечно, имеет место стыд. Вот, то есть, ну, вы следите его. А почему? Потому что мыслите вот такими, ну, стереотипами достаточно. То есть, с одной стороны, вам хочется чего-то такого вот душевного, простого, да? С другой стороны, вы же сами, по факту, вы сами этого стыдитесь, понимаете? Вот, и... это проблема для вас. То есть это вот непринятие каких-то элементов как в людях, так и в себе. Вот. А дальше. Дальше. А, значит, что я могу вам сказать по поводу вот разбора. Понятно, что нужно вам уже учиться взаимодействовать со своими чувствами, учиться взаимодействовать со своими переживаниями, со своими эмоциями, вот, учиться
учиться выражать их. Вот. Я, честно говоря, думаю, ну, я склоняюсь, по крайней мере, к этому, что мужчина, вот если бы вы адекватно, да, в реальном времени выражали свои такие вот переживания, да, по поводу того, что вам там не нравится, по поводу того, что вас, ну, не устраивает, да, и так далее. Вот, если бы вы все это делали, то я думаю, что мужчина вел бы себя, ну, как минимум, несколько по-иному, да, я так думаю. Я думаю, что человек просто видел, что вы можете, что вам это легко, и, в общем-то, естественно, все это так получилось. То есть вам бы здесь поработать с личными границами своими. Вот. То есть вы, ну, как сказать, вы пытаетесь защитить свои личные границы, да, пытаетесь защитить их рационализацией. Вот. Вот. Но будем честны, да, будем честны. Рационализация помогает крайне слабо помогает рационализация, к сожалению. Вот. И соответственно, вам это вот не помогает, к сожалению, тоже. Вот. Собственно, необходимо менять рационализацию, да, вот, на, ну, другую, на другой момент. Понимаете, да? Вот. На другую модель поведения вашего. Вот. Такая вот история. Такой вот момент я могу вам ответить. Ну и совершенно очевидно, что вы написали много нюансов, да, это отношение к деньгам, вот, это отношение к сексу, это отношение к отношениям, к семье, вот, это отношение к себе. Вот, потому что, когда вы говорили, что я всю жизнь буду одна, и там, хотела познакомиться по интернету, вот, это опять же про ваш страх, ну, близости, вот, и, соответственно, с этим тоже нужно работать. Что вас вот, значит, ну, мотает с стороны в сторону, грубо говоря. Вам необходим личностный рост при том, что вы умны, при том, что вы образованы, у вас и очень способны, у вас как бы слабо развита такая вот личностная полнота. Вот, что больше такой вот механистично, к сожалению, ну, поведение, да, вот, механистичная, к сожалению, история, и, ну, мне просто вот думается, что, ну, что достойны-то вы большего. Вот.
Ну, это, конечно, работа. Это, конечно, работа над собой. Вот. Нужно уметь просить. Просить свое. Нужно уметь защищать свои интересы. Вот. Не так вот взрывообразно, как вы. Вот. Адекватно. Постоянно. На постоянной основе. Вот. Нужно уметь быть слабым. И как бы понимать, какая вы женщина. Вот. Не внешне, точнее, не только внешне, но и по поведению, духовно. И исходя из этого, у вас уже будет мужчина. Понимаете, какая штука. Вот. Я думаю, что так, примерно вам можно ответить на вопрос. Страшного ничего не происходит. Сейчас все в порядке. Все, в принципе, естественно, ничего такого прям ужасного нет, но работать нужно. Работать нужно вам над собой и своими страхами, своей тревогой и так далее. И вообще вырабатывать такую более четкую позицию по отношению ко всему, потому что есть ощущение, что вас учили быть успешной, да, вас учили быть хорошим социальным индивидом, это опять же чувствуется по, ну, по тому, как вы себя позиционируете. Вот. Но вас научили быть, может быть, быть хорошим социальным индивидом, а вот быть личностью вас не научили. Вот. А личностью вам быть сложно. Быть женщиной вам быть сложно. Да. Вот. И так далее. Человеком, в конце концов, быть сложно. То есть вроде бы вы вот что-то делаете, а в то же время вам это не всегда приятно, вам это не всегда нравится, вам не всегда комфортно из-за этого. Вот и, соответственно, начинаются какие-то моменты. Вот. Такая вот история. В какой-то степени у вас есть гиперответственность, да? То есть вот вы достаточно гиперответственны, я думаю, не будете с этим спорить. Но в то же время вы не ответственны практически за себя. То есть вы за себя вот никак не отвечаете. Вот. Хотя надо бы за себя отвечать, надо бы. Вот. А вы, получается, за себя не отвечаете. То есть вам сложно именно вот за себя сложно отвечать. Вот. Хотя это, я имею в виду отвечать за себя, это предельно важно. Это самое важное. Без этого все остальное не имеет, ну, такого смысла. Прямо, знаете, вот, ну, серьезного смысла это не имеет. Вот. Так что подумайте о том, что я сказал. Вот, со всеми вещами вы можете не соглашаться, вот, и, в принципе, я, наверное, слукавлю, если скажу, что, ну, что мне это нужно, чтобы вы прям со всеми вещами соглашались, вот. Гораздо важнее, чтобы вы просто подумали, чтобы вы просто ну, к чему-то пришли, чтобы вы там что-то для себя решили,
Вот, и чтобы вы что-то для себя новое открыли, увидели, поняли. Вот. Идеально, конечно, идеально, если вы найдете возможность для психотерапии, да, регулярно такая вот, ну, работа над собой, вот, регулярная работа по какому-то такому, знаете, ну, исследованию себя, да, регулярная работа по корректированию, по осознанию, осознаванию, точнее, наверное, было бы правильно сказать, себя. Вот. Это было бы идеально, на самом деле. Для вас это было бы идеально. Ну, опять же, понятно, что никто вас не заставляет, да, и как бы смысла в этом вообще никакого нет. Вот, заставлять вас что-то вот делать, если вы не хотите. Вот. Да, действительно, вам нужно разбираться в себе, это правда. Вот. Но вы же не думаете, что, например, разбор в себе это вот ответ на один ваш такой текст, достаточно большой, где вы, в общем-то, все свои переживания, ну, выговариваете. Но, тем не менее, вот. То есть, ну, вы же понимаете. Вы же понимаете, что как бы, что это не решится. Не решится за, ну вот, за один раз. Вот. У вас есть привычная модель поведения, и вы этой вот модели поведения придерживаетесь, вы привыкли к ней, к этой модели поведения. Вот, и вы так просто от нее не откажетесь. И это нормально, что вы так просто от модели поведения не откажетесь. Но корректировать ее нужно, безусловно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что вы для себя какие-то вещи увидите. Вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится.